Наверное, уже нет такого человека, у которого в телефоне не было бы фотографий с новогодней елкой. Если же вы вдруг не сфотографировались, то успевайте, пара выходных точно есть. Елку будем убирать немножко пораньше. В прошлом году вот с 13 февраля убирали. В этом году, скорее всего, немножко пораньше уберем. Возможно, тоже в самый последний момент уберем ее. И уберем лишь только ледовое кольцо, либо приведем его в порядок. Ну а что касается горок, то стоять они здесь будут еще долго. Ну, по крайней мере, если их никто ломать не начнет или не придут плюсовые температуры. Ну а впереди Масленица, весело праздник отметить можно.